Британский комедийный актер Роуэн Эткинсон, более известный всем как мистер Бин, принял ислам. А накануне информацию об этом распространили ряд СМИ. По данным сайта sadabadi.com, с этим радостным событием комика поздравил глава правящей политической партии Аль-Нахда Рашид Гануши. Их связывают давние дружеские отношения. По его словам, они неоднократно встречались во время пребывания политика в Лондоне. В своей телеграмме Гануши поздравил актера с тем, что он стал на путь истины, и воззвал мольбу Всевышнему за укрепление его веры. По словам самого актера, причиной, побудившей его к принятию ислама, стало появление в сети фильма, оскорбляющего пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Именно этот фильм вызвал в нем интерес к изучению ислама.